Привет, я представляю компанию Vapor Labs. Мы оказываем полный спектр услуг по вопросу розлива жидкости. Помимо того, мы занимаемся изготовлением собственного продукта. И для нас принципиальным вопросом является качество. Собственно говоря, качество – это приоритет нашей работы. Создавая Vapor Labs, мы имели в голове две цели – создать качественную жидкость и в будущем предлагать для людей условия контрактные по розливу качественной жидкости. Самое главное, что мы хотели использовать качественные компоненты при проектировании нашей лаборатории. Она спроектирована таким образом, чтобы минимизировать попадание вредных частиц, чтобы на выходе мы имели очень и очень качественный продукт. У нас помещение герметично. У нас все щели обработаны герметиком, чтобы вообще ничего постороннего не попадало в стену лаборатории. У нас стоит шведская вентиляционная система с приточкой, с очисткой воздуха. Кондиционер завязан на приточную систему. В нее поступает воздух, он проходит 3 степени фильтрации, поступает в лабораторию. Весь воздух, который мы дышим тут, он уходит из вентиляции. У нас минимальное попадание посторонних частиц. Все компоненты мы закупаем напрямую у производителей США и ЕС. В данный момент у нас 4 поставщика ароматизаторов, все находятся в США. Одна из компаний европейская, никотин у нас швейцарский, на никотин у нас имеется соответствующий сертификат качества, поэтому мы уверены в том, что поставляем продукт высокого уровня. С помощью перистатического насоса разливаем его по тарам, чтобы точно определить дозировку. Далее, когда нам уже необходимо замешать какой-то конкретный продукт, мы используем формулу, по которой он замешивается, соответственно, используем правильные пропорции. В этих пропорциях, опять же, в определенную тару намешиваем с помощью перистатического насоса жидкости. Потом, после того, как они все уже смешаны, мы используем миксер, который ускоряет процесс настаивания. После этого мы закрываем тару и ставим ее на 2 недели, пока она настаивается. После этого мы достаем ее с помощью опять того же насоса на неродимого. Мы разливаем по баночкам с строгой дозировкой, с погрешностью всего 1 мг. Мы уверены, что разливая 30 мл, имеет такой качественный насос, который имеет минимальную погрешность. Мы знаем наверняка, что поставляем вам продукцию 30 мл, а не меньше. После того, как мы это все разлили, у нас есть хопорчик полуавтоматический. Мы ручками его закрываем все баночки, потом наносим этикетку, собственно говоря, имеем готовую жидкость на выходе. Мы подписываем соглашение о разглашении. Кроме нас никто не будет этого знать, мы несем полную ответственность за утечку любой информации, соответственно, будет предоставлять нам рецептуру, и, собственно, по ней мы работаем, все четко соблюдаем, чтобы клиенты были максимально готовы. Мы можем спокойно производить порядка 35 тысяч флаконов ежемесячно, работая по 5-6 часов. Мы уже рассматривали различные варианты по установке линий в нашей лаборатории, когда все будет уже почти целиком автоматизировано. Разумеется, на данном этапе мы работаем с флевористом, который находится в Соединенных Штатах, из Нью-Йорка. Товарища мы очень долго искали. Когда мы начинали собственное производство, у нас стал большой очень вопрос, который мы долго решали с миксологом. Помочь согласился товарищ из Нью-Йорка, который редактирует subreddit, собственно, посвященный вейпингу. Он согласился с нами поработать. Сейчас мы с ним работаем на контрактной основе. Если нужен какой-то вкус, то мы ему сообщаем предпочтение. Дальше он занимается разработкой. Разработка – это дело довольно сложное, занимает довольно-таки большой срок. От 2 месяцев и выше. К примеру, у нас разрабатывался один вкус, а в течение полугода. Вот по такому принципу. У клиента есть какое-либо предпочтение по вкусу. К примеру, он озвучивает нам то, что он любит клубничку. Мы предпочтение эти передаем нашему флевористу. Он разрабатывает рецептуру, когда она готова, он присылает ее нам, мы замешиваем то, что было разработано им, даем на пробу клиенту, и как только это устраивает клиент, и он полностью доволен, мы запускаем эту рецептуру в производство. Доступ к рецепту имеет всего 2 человека, собственно, учредитель, я и мой партнер Максим. Мы оказываем полный спектр услуг, помимо того, что мы можем разработать сам вкус, мы еще можем заняться разработкой дизайна и вообще общей атрибутики для клиента. У нас есть парочка дизайнеров, с которыми мы довольно давно работаем. Нам очень нравится с ними работать, они продуктивно, очень качественно работают. Поэтому при желании нам можно получить полный спектр услуг.
вплоть от создания дизайна до производства конечного продукта. Весь процесс у нас построен достаточно просто, вам достаточно прийти с любым тестовым образцом и рецептурой. Дальше все хлопоты мы берем на себя. Мы можем заказать банку, этикетку, закажем необходимые компоненты для изготовления жидкости. Все это разольем, замешаем, наклеим наклейки и поставим банку. Вся наша аппаратура, на которой происходит изготовление розовой жидкости, сертифицирована, на все есть сертификат соответствия, российский ГОСТ, поэтому и аппаратура у нас тоже качественная. Мы представлены везде в социальных сетях, у нас есть группа ВКонтакте, есть группа в Фейсбуке, есть Инстаграм, есть веб-сайт. У нас очень простая контактная форма, с нами легко связаться, достаточно взять нам на почту, и мы всегда отвечаем. Так что будем рады любым комментариям, пожеланиям, предложениям. Если возникнут какие-то вопросы сотрудничества, то мы тоже будем рады рассмотреть их.